балымен әліпке кедергі жасау керек бұндай жағдайда. Рассказывается именно тот факт, что не сыграны именно в нынешнем составе подопечный Талгата Байсуфинова, потому что контрольных матчей не было. И Синченко допты ортадан алды, ал қазір Марочкин артында. Расскажу. Нужно стараться держать. Шапас пужинды каравай. Фордага жеткізді. Лукшимен қалдырып кетті. Еринчук. Ковский ешқайда сыққан жоқ. Бірде соққы жасамады. Нұрғалиев капитан. Серік жаңға пар. Ой, тамашалы отырған. Ал, міне Зубковтың мүмкін.